Плюс сальные листы, и прихватите клей обязательно в магазине. Вопрос, что есть у вас дома, а то, что покупать не нужно? В принципе, вот блесточки можно наклеить и на ПВА. Секрет. Класс. Ладно, давай. Давай. Если из маленькой баночки, можно губочкой приделать, да, либо кисточкой. Но мы хотим сейчас полностью окунуть. Так, готовы? Та-да-да! Здесь получится. Третья баночка у нас осталась еще не сделанной. Да. Достаем сусальные листы. Клей подсох почти до нужной консистенции. И будем делать медные. Давай покажем, что это такое для тех, кто ни разу еще даже об этом не слышал. Вот они такие сусальные листочки. Но это похоже на очень тонкую фольгу. Да, да. На самом деле. Угу. Так, что делаем? Мы обклеим баночку. Где нанесен клей, там останутся. Где нет, потом торгуется. Кисточкой, наверное. Да, кисточкой смахнем. Как вы видите, все гениальное, действительно просто. Буквально за 5 минут мы сделали 3 очень красивые, необычные баночки, в которых вы можете хранить все, что угодно. Например, детскую канцелярию. Либо цветочки. Что ж, друзья, берите с нас пример, смотрите «Уютный дом» и никогда не думайте, что это сложно. Это очень просто. Давай 5.